Покачах приступили к строительству снежного городка. На сегодня работы начались на уровне металлических конструкций. Летний фонтан в холодный сезон становится местом установки праздничного дерева. Его очистили от снега и льда и установили внутри основание будущей елки. Каркас новогодней красавицы также готовится к монтажу. Специалисты крепят к нему растяжки, которые впоследствии будут удерживать конструкцию в вертикальном положении. Строительство непосредственно снежных и ледяных элементов площади начнется по мере накопления материала. Нужно просто немного подождать. Лед нужен определенной толщины, и снег нужен не мокрый, из которого ничего не сделаешь, а снег пушистый, белый и много снега. Но так как на сегодня ни льда, ни снега нету у нас, поэтому мы пока такие подготовительные работы проводим. На странице администрации города ВКонтакте прошло голосование по выбору главного персонажа снежного городка. Участие приняли 546 покачевцев. Из 5 предложенных вариантов почти 50% голосов были отданы трехглавому дракону. С таким символом 24-й должен быть в 3 раза удачнее. Разумеется, еще множество персонажей будут радовать покачевцев на всей территории города. Удивит горожан и гостей города и новая иллюминация. Открытие праздничного городка запланировано на 22 декабря.